Вот список. Я проверила в интернете, какие есть аналоги в Мексике. Как много. Хотите усыпить весь город? Боюсь, у вас проблемы. Проницательный. Как у тебя дела? Просто великолепно. Я хочу, чтобы вы словами описали, как самоубийство Нины на вас отразилось. Она спрыгнула с дорожного моста, упала на фуру, которая ехала в Мексику. Ее труп застрял на границе на неделю, и муж даже не мог его забрать. Молодец, Нина. Раздвинь ноги чуть пошире. Может, сначала поужинаем? Ха-ха. Слушай, я хотел зайти и забрать свои вещи. Думаю, будет лучше, если мы не пересечемся. И тебе здравствуй. Мне нужен адрес Нины. Я не могу разглашать эти данные. А если я предложу вам дорогую бутылку водки? Какую? Этот фильм – настоящий подарок. Вы муж Нины? Да. Я не маньячка. В обычном смысле этого слова. Могла бы просто сказать, что заедешь. Как-то неприкольно. Эй, ты что вытворяешь? Ты ему даже не нравишься. Дженнифер Энистон великолепна. Я знаю твои аварии. Я не могу тебя спасти. Я едва могу спасти нас с сыном. Я тебя об этом не прошу. Определяющая роль. Простите, к вам мужчина пришел. Пошел вон из моего дома. Я не могу изменить прошлое. Я хотел сказать, что... Вон! Пошел вон! Грубо, резко и неожиданно. Загадай желание. Не могу придумать. Неважно. Просто задуй. Игра Дженнифер Энистон достойна Оскара. Дженнифер Энистон, Адриана Барраса, Фелисити Хаффман, Уильям Мейси, Анна Кендрик, Сэм Уортингтон. У меня страшные боли. Хочешь от них избавиться? Серьезно. Скажи, Клэр. Хочу. Торт. Режиссер Даниэл Барнс.